Слушай, дядечка, дядечка, ты знаешь такого Леху Танка? Конечно. А где он тусуется? Или телефончик его, черкани? Мне сказали, ты знаешь, ты дворником возле клуба работаешь. Давай. Чего давать-то? Черкану давай, чего? А так чего? На словах не получается. Чего? Ну ты знаешь, в каком клубе? Нет, я только так могу. Могу только написать. Черкану. У тебя руки вот трясутся с похмелья. Да. Ну ладно, сейчас напишу. А ты родненького знаешь? Родненького? Да. Ты не знаешь родненького? Нет, ну ты напомни мне. Мне сказали, что есть такой родненький, он все время говорит, дай бог здоровья байкерам. Витьком кличут. Что ты, дяденька? Хорошо, знаю. Знаешь? Да. А его мне как найти? Сейчас напишу, дай мне. Что? Как? Пергамент тебе. Пергамент. И уголь. Мне нужен пергамент. Письмо написать, да, я напишу. Да, родненький, он мне как бы не нужен, в принципе. Мне просто интересно, чем он последние 2 года тут занимается. А то я как бы поиздержался, денег нету. А может, он знает, какого барыгу, может, тряхануть там или что-то. Да что я, блядь, такого смешного говорю? Я молчу вообще, нет, все серьезно. Дядечка, ты почему смеешься? Вообще не смешно, да, не смешно. А вот этот, говорят, блядь, вот этот, кличку себе сменил. Какой-то рундумундал он теперь зовется. Ну. Вот он с родненьким в одном классе учился. Да? Да. Делишки у них там темные были всякие. Ты не смотри, что он там октябренок. И вообще, откуда у тебя его фотографии? Ну, Крым наш.